Всем привет! Я получила свою большую посылочку. Здесь и дизайн посылка, и мой заказ. Вот давайте же начнем смотреть. Вот такая вот пришла коллекция. Называется «Сиреневый туман». Это вторая коллекция у фэнтези. И не менее красивая, чем первая новогодняя, которая произвела фурор, да, в скраб-мире. Но давайте же посмотрим. Я уже достала ее из пакетика целлофанового, вот здесь вот, как и в прошлый раз, тежики, вот, тежики, бирочки. Смотрите, какая сиреневая красота. Лист для вырезания. Кстати, я хочу ваше внимание обратить, я уже кое-что вырезала, и хочу вам показать, что эти высечки двусторонние. Вот видите? Вот они с одной стороны зеркально, с другой стороны повторяются узоры. Это очень даже удобно. Так, вот как раз то, о чем я говорила. Конвертики. У меня есть задумка. Вот что я хочу сделать. Я даже уже хотела начать резать, но вспомнила вовремя, что надо сначала отснять. Вот такая вот, активный такой лист. И фоновый. Этот фоновый, кстати, можно использовать и в зимних работах. Такой вот листик, кружево. Везде надписи. Ну, это что-то винтажное, конечно же, по стилю. Вот деревяшки, сверху винтажное. Вот. Необыкновенно красивые букеты из цветов. Девочки в нашей команде делают свои, просто, знаете, нет глаз не отвести, великолепные, красивущие, прекрасивущие цветы, как раз вот к этой коллекции. Это вообще здорово. Вот это вот лист с рамочками, я уже его хотела вырезать, вовремя остановилась. Вот. Также есть, но они пришли не в одном экземпляре, по-моему, две или три коллекции больших, три коллекции вот таких вот маленьких. Я уже не буду листать, здесь все то же самое, вот, только в меньших размерах, что тоже иногда бывает очень даже здорово использовать. Вот это вот уже, знаете, такое вот, такая фишка у фэнтези. Значит, вот такие вот текстильные стикеры, тканевые стикеры, вот, очень даже здорово, молодцы вообще, такая вот, знаете, придумка отличная. И вот такие вот вырезалочки, у меня по 6 штук, по-моему, их 4 вида, как и в прошлый раз, вот, и по 6 листочков каждый, я уже вот как раз отсюда повырезала, посмотрите, какие красивые цветы. Бирочки. Здесь вот еще один есть лист. Эти листы, конечно, продаются отдельно, как и тканевые стикеры. Вот. И еще один лист. Тоже цветы, рамочки. Вот это вот маленькие вот коллекции. Маленького формата 20 на 20. Вот еще вот такой вот лист. Я уже отсюда тоже повырезала. Ну что ж, давайте теперь перейдем. Я все очень быстро хочу показать, чтобы вас сильно не задерживать. Потому что я заказала, представляете, на 4 листах. Вот, разошлась не на шутку. 86 позиций у меня. Поэтому сейчас будем смотреть чипборд и ножи. Ну, давайте посмотрим ножички, которые я выбрала. Вот такая вот классная вешалочка. У меня были случаи, когда мне вот нужны были вот такие вот вешалочки, поэтому я с удовольствием в новом релизе их выбрала. Прошу прощения. Вот этот вот нож я взяла вот из-за этих вот маленьких штучек, которые очень удобно сразу выложить и сразу 6 штук вырезать. Но они оказались очень маленькими, подходящими вот, вот к этому вот формату, размеру. И знаете, вдруг мне пришла в голову идея, вот, которую я, наверное, сделаю. Это вот такой вот маленький мини-блокнотик, либо мини-альбомчик. Вот с помощью вот этого ножа очень даже здорово. Вот что я ошиблась, и новый виток фантазии. Вот. Теперь вот такие вот завитушки, которые всегда можно, да, использовать в работе. Их можно вот по отдельности так вот повырезать. Вот, вот такой вот красивый
нож, видите, ажурный такой, решеточка. Так. И моя давняя мечта, вот еще один нож такой, вы знаете, он фоновый, он классный, я его обязательно использую, я знаю, куда я его использую, вы еще увидите его в моих работах. И вот, вот эти вот ножи, которые я очень давно хотела, ну очень давно, удобно, я альбомница, в основном делаю альбомы, и для того, чтобы сделать рамочки, которые шикарно выглядят в альбомах, всегда красиво очень. Вот, это такая, знаете, работа, вот сидеть и вырезать, вот эти вот миллиметры считать. И поэтому, конечно, вот эти вот рамочки я давно хотела. Сразу уже взяла и квадратные, и вот на более больший размер, чуть поменьше, и наличники. Вот, я думаю, что это все здорово. Мне прямо вот очень нравится. И... Та-дам! Вот такой вот кружевной нож, представляете? Вообще шикарный. Вот. Такая красота, я давно его хотела. Вот у меня был, как, было сомнение, что хорошо ли он вырубает или нет, потому что такие вот кружевные большие ножи не всегда бывают. У меня был печальный опыт. Но этот прямо вообще замечательно, здорово. Я, в общем, убеждаюсь, что фэнтези очень хорошего качества ножи. Вот, поэтому, конечно, я в предвкушении. Ну что ж, давайте посмотрим на чипборд. Я думаю, что вот так вот будет быстрее его увидеть. Смотрите, какой красивый. Макрамешки, вот эти вот листья, прямо вообще такая красота. Дракон просто шикарный. Фонарь, кресло. Все очень такое красивенькое. Ну а теперь на очереди свадебный чипборд. Вот такая вот рамочка. Вот такие вот завиточки я взяла. Вот, теперь вот несколько надписей. Наша свадьба на русском, свадебный альбом, wedding на английском надпись, тоже все очень красивое. Вот, манекен. Мне кажется, вот эти вот свадебный чипборд этот очень подходит вот к нашей коллекции «Сиреневый туман». Она какая-то даже вот немножечко в сторону Прованса, да, немножко есть. Вот, вот еще такая вот надпись «Уэдина альбом». Так, вот такие вот сердечки, ключики, вот такие вот растяжки, что ли, вот так они называются. Давайте посмотрим, как они называются. «Лиана». Лианы. Вот, вот такая вот красивая картинка. Сердечко с цветочком, макрамешки, два вот таких вот цветочка. Так. Следующая категория, это вот с 8 марта. Вот такая вот очень интересная голова девушки, да. Тоже можно вот пофантазировать. Здесь вот надпись такая хорошая. Волшебство внутри нас, да. Семейный альбом. Кулинарные книги мне понравилось делать. Я вот подумала, что, возможно, мне пригодятся вот такие вот чипики. Вот, например, смотрите, здесь скатерть в клеточку, чайник, чашечки. Ну, красота. Вот, вот такой вот альбом. То есть не альбом, а рамочка. Вот, и вот такой вот чипборд. Такой вот, его можно на сектора вот так вот разделить, а можно вот таким вот целым, он очень красиво смотрится. Вот это такая, знаете, какая-то женско-семейная, альбомная, кулинарно-книжная партия, скажем так, чипборда. У фэнтези очень много детского чипборда, классного, красивого, очень милого. Вот смотрите, вот такой вот мобиль, вот такой вот барабан, я их даже два взяла, вот таких вот чипика. Вот, вот такая вот подвесная конструкция, да. Вот, паровозик детский, такой вот шарик, вот такой вот мобиль с облачками. И вот еще на такую тему сон, такая вот штучка красивая. Так, и на тему школьного альбома, например, я вот предполагаю сделать школьный альбом. Вот у меня есть такие вот даже надписи, я специально заказала. И вот такие вот хорошенькие чипики маленькие. Ну, я думаю, до сентября у меня еще будет время, я еще доберу. Вот, ну что ж, давайте теперь еще в продолжении предыдущего
У меня уже в первой партии, в первой посылке уже были вот такие вот стимпанковские классные чипы. Я их еще в этот раз добрала, чтобы сделать к февралю месяцу. Я думаю, какой-нибудь блокнот. Вот. И вот это вот на тему путешествий, travel. Вот. Очень классная такая, стрелочки такие классные. Вот, я не удержалась. Так, ну и давайте теперь перейдем к Новому году. Вот, остался Новый год. Вот такой вот домик, вот такой. Маленькие самки, маленький олененок. Я хотела, знаете, сделать этот, эти вот, маленькая звездочка. Я хотела сделать маленькие АТС-очки, и вот для них как раз брала. Вот такие вот звездочки. Олени, их две штуки. Зимний дневник, не обязательно декабрьский, да? Вот такая вот композиция интересная. Вот эти фонари, ну просто вообще любовь. New Year надпись. Ну и неужели мы закончили? Ну и, вы знаете, вот я не удержалась. Я очень люблю морскую тему, прямо обожаю. Вот, и все-таки я не удержалась и взяла вот таких вот рыбок в этот раз. Вот, ну что ж, теперь надо все это воплощать в красивые скраб-работы. Надеюсь, вам понравился мой видеообзор. Всего хорошего!